Новое мобильное приложение запустили в Москве. Оно специально разработано для помощи бездомным животным, а также приютам. Однако владельцам домашних животных это будет также полезно, цитирует Риама в Люберцах, представители благотворительного фонда, по инициативе которого и было создано приложение. Добавлю, что пока оно работает только на территории столицы и Московской области. Проект благотворительного фонда по созданию мобильного приложения стал победителем конкурса субсидий, который проводил в 2016 году Комитет общественных связей Москвы. Благодаря этому приложению стать волонтером сможет любой пользователь смартфона. Там в режиме реального времени на интерактивной карте легко увидеть актуальные нужды приютов и выбрать задачи, которые необходимо выполнить. К примеру, погулять с собакой из приюта, помочь с перевозкой животных, кормов, медикаментов или подыскать четвероногим новых хозяев. В приложении предусмотрены фильтры, которые позволяют настроить его в соответствии с предпочтениями и возможностями пользователя. А также там существует игровой элемент – рейтинг. Чем больше заданий выполнено, тем выше становится виртуальный статус. Кроме того, виртуальная карта содержит полезную для владельцев домашних животных информацию о зоомагазинах, зоосалонах и ветклиниках. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.